Чиновникам уже пора замаливать грехи за невинно убиенных на дорогах, отметил Александр Фомин на заседании Межведомственной комиссии по обеспечению безопасности движения в регионе. Вице-губернатор решил проверить, как главы муниципалитетов справляются с задачами, поставленными властями в июле текущего года. В своих докладах начальник дорожного департамента и главный дорожный полицейский региона отметили, что главы к задачам отнеслись несерьезно. Наблюдается значительный рост дорожно-транспортных происшествий в Верхнелондиховском районе на 40%, в Кинешемском на 36,5%, в Ильинском на 12,5% и в Тейковском на 5,3%. А вероятность погибнуть в дорожно-транспортном происшествии остается высока в Гаврилово-Посадском районе, где относительный показатель тяжести последствий составил 20,8 погибших на 100 пострадавших. Адресные программы по оборудованию современными техническими средствами пешеходных переходов созданы только в 9 муниципалитетах. Доклад Дмитрия Костерина можно назвать разгромным. Начальник регионального ГИБДД отметил, что главы муниципалитетов на контакт с дорожными полицейскими не идут и решения комиссии игнорируют. Ну давайте хотя бы тогда в рамках текущего финансирования разработаем на 3-4 года и заложим эти мероприятия. И по, значит, наличию знаков на, с повышенной светоотражающей коэффициентом, и обустройству там пешеходных переходов с нанесением разметки. Можно же это сделать в рамках текущего финансирования, но мы вообще ничего не делаем. В защиту коллег Александр Фомин отметил, что бюджеты муниципалитетов слишком малы. Единовременно осветить, нанести и сделать можно только в ущерб качеству дорог. Безусловно, безобразие, когда мы пишем протокол, даем поручение сделать эту программу по переходам, да, значит, ее вообще никто не делает, полное безобразие. Наверное, компромиссом могло быть то, что сделали бы эту программу, выделили хотя бы в этом году, за целый год, хотя бы 80 тысяч, хоть один сделали переход у какой-нибудь школы или больницы, соответствующей, так сказать, всем требованиям. Когда этого не происходит, конечно, это плохо. Александр Фомин рекомендовал главам быть более внимательными к рекомендациям правительства и отметил, что на следующих заседаниях комиссии по безопасности дорожного движения ждет докладов об уменьшении количества ДТП и числа жертв. Мария Смирнова, Денис Денисов, РТВ Иваново.